Ну что, все в традициях моих путешествий. Значит, диски я вынимаю, поскольку на ходу их не могу складывать. Все отдельно валяется, уже все переслушано. Уши уже переслушаны рок-н-роллом просто под самую усталость. Пропускаю вон длинномера и, как говорится, строим планы на будущее. Making plans for the future. Но будущее, ребят, будущее, да, будущее. Давай споем про будущее. Ну, рабочая гипотеза, что будущее уже состоялось, а прошлого еще нет. Ну, множество другого интересного. Много всего интересного, помимо ипотеки и дискотеки. Или как писал Андрей Белый в начале 20 века, эволюция и революция. Это въезд на МКАД, вот здесь вот сейчас у нас, вот в этом стеклянном ведре обычно Фольксвагены изначально торговались, это я уже все рассказывал. Тут что-то все стоят на аварийке, как вы видите. Да, притер маленько фуру. Сейчас бы мне не притереть тут никого. Реально, потому что, как говорится, сегодня вон на парковке я пятился, точнее вообще выехать с нее не мог до начала, потому что потеплело и сугроб стал очень скользкий. И у меня полный привод прокручивался так, что я с места сдвинуться не мог. А меня это, конечно, слегка напугало. Знаете, застрять на полном приводе, это в городской черте, это, конечно, в общем-то, довольно обидно. Но вышло-то так, что все-таки я не застрял и выехал. Но, в общем, последнюю минуту, и, в общем, своим крепким бампером саньонговским чуть было не снес там белоснежному седанчику его нос. В общем, вот так. Ну ладно, что у нас? Я даже не помню, какой день недели. В общем, все как в Большом Лебовском, как он спрашивает. Сегодня какой день? Так что планирую я выставку сегодня на застеленной своей кровати. Двухместной кровати огромной, на которой я сплю один. Планирую я выставку американской литературы. Ну, в общем, я думаю, что так и сделаем. Вот так. Что, двигаемся, пробочки. Сегодня я хочу сделать маленький перерывчик в диете. Время 5:23, время хорошее. Можно будет покушать. Даже, думаю, зайду, хлебушка куплю, еще поподжариваю. Ладно. Всем хорошего вечера, дня.